Итак, ребят, всем привет, она продолжает проходить DLC для метро Last Light. Итак, следующее у нас башня, блин. Бросьте в эту башню. Поехали. Как же не вовремя меня угораздило получить ранение. Столько лет мы готовились к тому, чтобы начать наконец борьбу с последствиями войны. Мы собирали данные, ученые проводили исследования. Все, наконец, почти готово. А я вынужден сидеть, сложа руки, ждать выздоровления. Хотя у полковника, похоже, все же есть для меня задание. Иначе зачем бы ему меня вызывать? Ну ладно, к делу. До выздоровления поступаешь в распоряжение наших ученых. Они занимаются боевым тренажером, запросили содействие. Нужен опытный оперативник для обкатки, так сказать. Подробности они тебе на месте расскажут. Как из лифта выйдешь, сразу налево. Ну, давай, капитан, выздоравливай. И помогай науке. Бывай. Как нога? Лучше? Да, здорово тебя приложить. Ну, еще месяц, и будешь как новенький. Отдыхать некогда, 7 лет как война закончилась. А мы что? Все сидим в этом Д6, наблюдаем. Пора что-то менять. Сюда нельзя. Зона особой опасности. Понял. Сюда нам? Куда? Не компас, а, понял. Значит, сюда. Открывается. Добрый день, капитан. Добрый день. Мы уж вас заждались. Я доцент Чукотский, можно просто Чук. Руководитель проекта по разработке виртуальных боевых тренажеров. Код темы – башня. А это моя правая рука, Анастасий. Можете его звать Геком. Итак, ближе к делу. Вот, собственно, тренажер, который вам предстоит испытывать. В общем, все просто. Садитесь в кресло, надевайте очки. Типа виртуальная реальность, что ли? Все хорошо. Попробуйте подвигаться, повертеть головой. Итак, это стартовая комната. В ней можно выбрать вооружение. Пройдите к стойке и возьмите оружие. А где? Возьмите оружие, капитан. А. Так. Так, раз. Два. Так, кажется, теперь все хорошо. И мы уже подготовили задание. Стой, капитан, в следующем испытании вам надо будет продержаться определенное время. Думаю, это будет интересно. Ну что ж, капитан, приступайте. Подойдите к описанию задания и активируйте его. Так как сейчас мы проводим испытания в условиях, приближенных к эксплуатационным, более подробных указаний мы дать не можем. Так что разбирайтесь, капитан. Фига себе. Круто выглядит. Здорово. Поехали на! Воевать. Прямо башку, да. Тихо. Ну, короче, я что-то это... Подожди, так, да. Кажется, теперь все хорошо. И мы уже подготовили задание. Капитан, в следующем испытании
Вам надо будет продержаться определенное время. Думаю, это будет интересно. Ну что ж, капитан, приступайте. Подойдите к описанию задания и активируйте его. Ну, я понял, но, блин, походу, патронов мне не нужны дали. Хотя... Ладно. Она и к ним не будет приходить лучше, да. Пусть они сами идут. Ага. Ну, короче, что-то им потренировать можно. У нас потери! Хотя у меня один... Кажется, теперь все хорошо. И мы уже подготовили задание. Капитан, в следующем испытании вам надо будет продержаться определенное время. Думаю, это будет интересно. Ну что ж, капитан, приступайте. Подойдите к описанию задания и активируйте его. Патронов что-то мало. Так как сейчас мы проводим испытания в условиях, приближенных к эксплуатационным, более подробных указаний мы дать не можем. Так что разбирайтесь, капитан. Активируйте задание, капитан. Блин, ну... По сути, вообще, тут даже патроны не дают. Могли бы дать патроны бесконечные хотя бы. Или оставить там. Ну просто, ну серьезно, как мне вот... Ой. Ой-ой. Кажется, теперь все хорошо. И мы уже подготовили задание. Все, капитан, идем. В следующем испытании вам надо будет продержаться определенное время. А сколько времени? Они не показывают, что ли. Это
А мы как же мне... Смотрите, должны патроны падать, должны патроны падать, серьезно. Или магазин какой-то придумал. Показали мне, где патроны покупать, потому что материально я не выжил. Теперь все хорошо. И мы уже подготовили задание. Мне кажется, капитан, в следующем испытании вам надо будет продержаться определенное время. Тут и не определенное время, а просто надо... Ну, по сути, патронов хватает, как бы. Три магазина. Главное, чтобы вот целиться хорошо. Вот, все. Ты я пристреливаю. Бежал, обходи! Несем потери, у нас потери! Есть еще живой? Солдат! Теперь тебе крышка, Га! Солдат теряет! Нам быть экономным. Я пустой! Потери! Потери! У нас потери! О! Теперь тебе крышка, Га! А ты не выжил? Ты передержи. Солдат теряет!
Могли бы вы вот... не знаю... Но этого очень мало. А, перелёт. Что за... Реально? Ребят, может быть, на это сюда кончить, как бы, смотр на этот DLC. Просто мне кажется, что я это буду долго проходить. Долго и муторно проходить. Я не хочу, в принципе, нервы на себе дотратить. Вот. Но, в принципе, вот DLC состоит, как я понял, состоит чисто из волн. Чисто из волн, типа, вот, постреляться тебе дают, и вот это вот все. Я как бы на этом... DLC кончается, вот. Я, конечно, посмотрю полностью на ютубе, но мне кажется, что это именно и так. Именно так. Так что, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был Кирилл. Всем удачи и пока.